С недавних пор на предприятии введен масочный режим обязательный, и с начала пандемии эпидемиологической ситуации сложной в стране, это примерно с марта месяца, мы дважды в неделю обрабатываем всю территорию завода дезинфицирующими средствами. Этим занимается наша специальная бригада добровольцев. Полностью обходит завод, это огромная территория, порядка 30 футбольных полей, цеха, производственные кабинеты, все туалетные комнаты, все проходные, все контрольно-пропускные группы оборудованы антисептиками в достаточных количествах. Предприятие закупило маски индивидуальные, многоразовые и одноразовые, перчатки, индивидуальные антисептики, и всем, без исключения работникам, а это более 4000 человек у нас, были розданы в личное пользование. Также за счет предприятия руководством было принято решение застраховать всех абсолютно работников предприятия от коронавирусной инфекции, пневмонии и других несчастных случаев.